решил поделиться с вами вот такой вот конструкцией, такой идеей. Ну, сразу хочу сказать, что это не мое ноу-хау. Англичане лет 200 в бочках садовую землянику высаживают. Ну, у меня вот тут организовался свободный забор. Так сказать, ничего около него не росло. Ну, я сделал вот еще такой второй ложный забор на расстоянии где-то 30 сантиметров от основного. Засыпал это все землей. Ну, делал из шифера, как видите, волнистого. Засыпал землей, насверлил отверстия. Продаются такие в хозяйственных магазинах с алмазным напылением. Такие коронки. Ну и вот такая вот канитель получилась. Хочу сразу сказать, что на местах стыков у меня тоже идет труба, вкопанная в землю и забетонированная. Ее просто не видно. Вот. А здесь в процессе эксплуатации я пришел к выводу, что посередине шифера обязательно надо еще одну ставить. Не выдерживает давление земли. Так, ну что еще добавить? Ну, не судить строго, что он такой, не до конца я его еще доделал, не покрасил вот эти трубы ржавые. Но сама идея. Итак, вот я его, как видите, довольно огромная площадь. Ну и со всеми вытекающими удобствами. Не надо пропалывать, никаких сорняков. Земляничка вся на весу находится. Ну вот она тут чуть-чуть появляется уже. Вот она. Вот, все обрабатывать очень удобно. Ну, я еще пока просто не рассадил до конца весь этот забор. Так, полив капельный идет. Вот она, труба. Поливай каждый день для того, чтобы этот объем доходило до земли вода. Вот, ну, здесь я на душе повесил вот такой вот от стиральной машинки бак. Ну и от него уже, в общем, провел этот вот капельный полив. Все легко и просто. Так, и что еще хочу добавить? Да, и хочу сразу предупредить, если вдруг кто-то загорится такой идеей, почему бы нет. Надо озадачить, ну, у меня здесь ремонтантная земляника растет, Елизавета или Екатерина, императрица, ну, в общем, ремонтантная. Но надо, я пришел к выводу, что очень и очень плохо даже нашу ростовскую зиму переносят. Это вот в прошлом году, честно скажу, в прошлом году, это все было засажено. В каждом отверстии находился кустик земляники. Ну и вот что вышло после зимы. Такое неприятное запустение. Перемерзает. Ну, насколько я в курсе, может быть, это и не прям не стопроцентно так, но насколько в курсе, если корневая система земляники промерзает до минус 15, то, в общем, она благополучно погибает. На горизонтальной грядке, конечно, ее укрыть попроще листвой, там, чем угодно. А здесь вот, ну, я знаю, что есть некие сорта зимостойкие до минус 30, там еще что-то. Но я пока просто их не нашел. Вот. Но я здесь рекламирую не саму землянику, а просто вариант ее посадки. Как видите, вот довольно интересно. Ну и после того, как я ее размножаю, рассаживаю уже усами, получается вот такая вот картина. Ну, здесь я еще не успел. Тут у меня сорт растет. У него даже названия нету. Там какая-то S1, у нее розовые цветки. Вот что-то оно бледненькое сейчас. Ну, в общем, вот
пока рассаживаю, экспериментирую. Ну а это, как видите, плодоносит. Вот, не знаю, как она себя поведет зимой, ну, вернее, весной. Но сейчас вот такая вот красота пока что получается. Вот такой вот познавательный ролик. Ну, еще раз повторю, не судите меня строго, я не клубника, земляника, вот. Я так, совершенный любитель, вот, просто такая задумка появилась, взял, сделал. Все, может быть, кто-то из продвинутых посоветует, ну, например, морозоустойчивый сорт, ну, желательно ремонтантный. Хотелось бы, чтобы в течение лета, ну, правда, сейчас уже худо-бедно сентябрь, 26 число. Вот. Уже скоро осень. Вот. Ну а пока так. Ну, до новых роликов, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал Дом. Ну, что еще интересного придумаю, обязательно поделюсь. До свидания.